Платформа Красногорская. Остановочный пункт является второстепенным пассажирским железнодорожным пунктом в Красногорске. Основная станция Павшино. Открыта в 1946 году. Две прямые платформы, боковые. Имеет выход на улицу 50 лет Октября и конечную остановку городского наземного транспорта. От платформы Красногорская проходят маршруты транспорта по Красногорску и до города Москвы. Автобус 845, маршрутки 3, 4, 15, 876.